Всем привет, с вами Камила и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хотела бы поделиться с вами очень важной для меня новостью, надеюсь, приятной и полезной для вас. Начну с того, что я уже вам говорила о том, что я наконец-таки создала свою собственную группу ВКонтакте. Она называется Камила Бьюти на YouTube и обязательно ссылочка будет в инфобоксе. Теперь, если у вас есть какие-то вопросы, запросы по поводу новых видео, пожалуйста, оставляйте все в этой группе в разделе «Предложить новости» и обязательно публикую ваш комментарий. В этой же группе вы можете посмотреть, какую музыку я слушаю, я буду размещать личные фото, какие-то новости, если я не выставляю новые видео, обязательно буду обновляться в этой группе, поэтому если вам интересно, обязательно подписывайтесь, и также хочу добавить, что, к сожалению, на мою личную страницу ВКонтакте в друзья я не добавляю, поскольку потом меня начинают взламывать и так далее, поэтому, пожалуйста, добавляйтесь в эту группу. Ну а теперь более важная новость, я наконец-таки создала свой блог, и называется он camilabeauty.ru, название на экране также будет в инфобоксе, обновления будут происходить 2-3 раза в неделю, я уже добавила несколько постов. Последний пост был «Что надеть на 1 сентября», поэтому, если вам интересно, прошу, посмотрите мою подборку. Также хотела добавить, что многие меня просят снимать наряды дня, outfit of the day, поэтому я их буду публиковать именно на блоге, буду выставлять фотографии. Я также есть на Инстаграме, где ежедневно выкладываю новые фотографии, поэтому, если вам интересно, пожалуйста, подписывайтесь. Все ссылочки будут в инфобоксе. Я думаю, что на этом мой ролик заканчивается. Всем спасибо за просмотр, я вас очень люблю. Пока-пока!